2019 года тренер наших детей был арестован по обвинениям половой неприкосновенности нешестоящего лица. Мы в это не верим. Утверждение заявительницы на самом деле не вызывает доверия. Обращались мы в 6 организаций. И какие ответы были? Дело на особом контроле, то есть фактически отписки. Утверждение ее, что где-то когда-то в каком-то году, якобы 6 лет назад что-то там началось, мы не верим. Все это клевета, ложь. Следственный комитет не желает разобраться в правде.